Держи, держи, помогай. Дедушка, а почему Стефанина плачет? От радости. Она же домой вернулась. Дедушка, я на Стефаниду похожа? Меня поэтому так назвали? Тише, Стеша, так нельзя в церкви. Мама, я такой же красивой буду. Ну, конечно. Только тише. Ух ты, что здесь? Егор, так в церкви нельзя. Да ладно. Что такое? Ну, я им объясняю, вот. Что тут не место Егор, для игры, они догонялки устроили. Ты умничка, молодец. А вы чего догонялки устроили? А ну, Егор, забирай банду и марш на улицу. Побежали. На улице бегайте. Побежали. Кто последний, тот и плачет. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! А родители-то где, Стеш? Они за какими-то дядьками пошли. Сначала мама, а потом папа. Помогите! Мамочка, папочка! Помогите! Возьми ее, не отпускай! Помогите! Тань, Толя! Друга, что же такое? Что случилось? Ну, уже закончила. Молодец. А Егор мне писал, что ты должна приехать. Молодцы, что переписываетесь. Я ему чаще. Да мне он тоже редко пишет. Ну, я пойду, тетя Поль, дед ждет. Ну, иди отдыхай. До свидания. До свидания. До свидания. Деда! Дед! Ух ты! Извините. Ничего, ничего. С вами нормально все? Ага. Ну, хорошо. Хорошие краски. Да. Разбираешься? Художница? Начинающая. А. Ну, до свидания. До свидания. Деда! Удачи. Дед. Это же не ваш велосипед. Это деда моего. Я лично изоленту на руль наматывала, понятно? Да, подвезти. А велосипед рассчитан только на одного человека. А, ну да. Так. Так, давай, давай помогу. Давай. Спасибо.
Спасибо. А ты бери велосипед, езжай. Нам с тобой все равно по одному адресу. Я уже поняла по краскам. Аккуратнее вазы, я ее сама делала. Угу. Ты же художник? Угу. Только давно начавший. Подожди меня! Пускайся домой! Привет! Соскучилась! Приездом! Тебя не узнать, такая красивая! Слушай, вся деревня гудит, когда это вы с Егором до свадьбы додружились, а? Это он сам так решил. А ты не хочешь? А я учиться хочу. Да выходи за него! Вместе две свадьбы сыграем. Я вот с Пашей, ты с Егором. Устроим праздник, вся деревня будет гулять. Стежка, привет! Привет, Паш! Стер, здравствуй! Здрасте! Спасибо! Да-да. Видишь, перед будущей тещей очки зарабатывает. О, посмотри, важная персона, москвич. Здрасте! Здрасте. Увесистая работка. А вы чего, знакомы? Да. Нет. Да это мы. Я, в общем, он велосипед. Долго рассказывать. Да, где-то был человек-пароход, а это значит человек-велосипед. Ну, пока, Нил. Пока. До свидания. До свидания. Деда! Деда! А, не может быть! Наконец-то! Ну! Это что такое? Как похорошела моя девчонка. Можно сказать, просто расцвела. А велосипед откуда? Я же его Боре отдал, да? На почту съездить. Где ты парня потерял? А я уже нашелся. А, молодец. Давай, давай. Вот, ваза цела. Спасибо. Я тебя заждался. Проходи, заждался. Дед. Тебя прямо. А откуда они здесь взялись? Ребята, представляешь, прослышали про нашу реставрацию. Сами приехали. Да еще инструмент привезли, материалы. Боря, а Глеб его старший брат. И работящие, и талантливые. Ай! Ага. И поселились тут недалеко. Пойдем, пойдем, пойдем. Как же я соскучился. Проходи, да-да. Деда! А я тебя привезла, что просил. Да. Ага. Так. А я тебе вот кое-что тоже, между прочим, приготовил, а? Как же я соскучилась! Кушай, кушай на здоровье. Вот. О-о-о! Вот это подарок, так подарок. Между прочим, Борис, он, я тебе скажу, не просто талант. Он в макушку поцелованный. О нем когда-нибудь тут тоже напишут. Вот помяни мое слово. Дед, а чего ты мне его так расхвалишь? М? Потому что талант. Мы тут тоже сами с усами. Ну-ка, 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 ну-ка. Хотели в Москву забрать на конкурс. Но я ее для родителей делала. Умница. Умница. Ну вот. Хорошо, да? Деда, помнишь, папа, когда уезжал, мама всегда болеть начинала. Всегда хотели быть вместе. И даже в несчастье. Глеб, я переделывать не буду потом. Давай сразу. Сразу нормально мешай. Я нормально мешаю. Глеб, ну темно же получается, не видишь? Нет?
Слишком густо, Глеб. Я еще ничего не сделал. Деда. Ну как? Глеб, ну что? А что ты сейчас делаешь? Очень. Вот тоньше слой клади, Глеб. Деда, а можно мне? Я переделывать не буду, Глеб. Я знал, что ты запросишься. Ура! Конечно, не вот просто я, можно, я, нужно. Я, давай я так. Глеб! Кладешь, Глеб, спускайся ко мне вниз, больше толку будет. Вот. А ты к Борису. Я сам сюда делаю. А то, знаешь, они вот вроде родные братья, а иной раз как кошка с собакой. Давай, 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 давай. Виктор Андреевич, это вы нас еще в детстве не видели. Мы с Борькой так гавкались, просто... Все выясняли, кто из нас главный. Залезай. Хорошо. Вот тебе, вот одежда, вот одежда. А потом давай. Будешь ним прорабатывать. Хорошо. Осторожно. Но я-то так. Старше. Ну, Глебушка, спасибо. Это единственное твое преимущество. Да, это точно. Борьке достался весь талант. Надо отдать должное. Так. А что, я не прав? Хватит. Хватит вам обоим, балаболы. Все-таки не забывайте, где мы. А почему персты так выписаны? Это же новгородский канон, да? Ух ты, разбираешься? Ну. Да, ты знаешь, мне кажется, что вот, новгородский более выигрышный. А мне нравится вологодский. Дед, скажи, я вот смотрю на все эти эскизы, зарисовки, и не могу понять, где ты живописи учился. Там, где 99 плачут, а один смеется. Я тогда в художественном учился, а забрали меня прямо отсюда. Домой на каникулы приехал, а тут началось такое. Вот и меня, за шкирку и в места не столь отдаленные. Но там, слава богу, повезло. Приставили меня к тамошнему писцу. Так на ихнем языке художников называют. В общем, все, что во мне есть, это от него. Да, неплохо он тебя писать научил. Он мне еще и жизнь помог сохранить. Может, для того, чтобы все, что он в меня вложил, даром не пропало. Чтобы я это мог как-то людям передать. Виктор Андреевич, Стешка у вас! Поехали Егора встречать! А чего она на станции не видела? Езжайте сами! Езжайте, езжайте! Она тут делом занята! Ладно, поехали! Смола ждать не любит! Давайте, давайте! Деда, а кто приезжал? Да ерунда, не отвлекайтесь! Стеша, там у вас наверху белила! Поднеси мне! Сейчас! Давай, я помогу. Давай. Аккуратно. Так, так, так. Давай. Спускайся. Опа. Держи. Спасибо. Стеша! Ой! Ну что ж ты? Ну, тихо, 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 тихо. Глаза не открывай. Не открывай. Подожди сейчас. Так, так, глаза не открывай. Ну-ка, подожди, подожди. А там. Деда. Ну, подожди, ну что ты смеешься, дурной? Вот так, а теперь открывай. Открой глаза, все хорошо. Открывай. Открыла, поморгай. Да все нормально. Так, я промою, хорошо? На всякий пошли, случай пошли, промой. Пошли, пошли. Хорошо. Дети. А так девчонку в позе приставала. Пришлось объяснить, что неправо. Четверых положили, о! А где стих-то? Да церковь размалевывает. Я заезжал, дед не отпустил. Так невеста у меня художница. Аккуратно, аккуратно, руками ничего не трогай. Не вижу. Сюда, сюда, сюда. Так, тут аккуратно. Стой здесь, стой. Глаза руками не трогай. Так, подожди, подожди. Ага, давай. Давай, давай. Так, давай еще, еще. Ну-ка, ну-ка, покажи мне. Ага, так, все, все. Давай сама. Ага, сейчас. Напугала ты меня. Вот еще? Напугала-то. Легко же вас столичных напугать, да? Ах, вот оно как, а? Да знаешь, столичных.
А я, между прочим, тоже, знаешь, Ланской, да? У меня здесь даже имя не было. Тихо. Ланской? Да. А нам получай. Да, Ланской, местные мы. Имение у вас было? Да, имение. Вот тебе. Да. Вот так. Я вернулся! Снежка! Привет! Ой, уже приехал! Ну что, малышка, соскучилась? Что это у тебя? Да нормально. А это что такое? Да, глаза промываем. Это Борис. Художник, помогает деду храм расписывать. Боря. Виктор Андреевич, наши вам! Здорово, дед Виктор! Привет! С возвращением, Егор. Здрасте. Здравствуй, Володя. Ага. А кто это? Егор, друг детства. Муж твой будущий. Ой! Поставь, пожалуйста, поставь. С приездом. Давай, давай. А что это ты раздухарился? Олечка, ай. Олечка, ну не буси. День какой сегодня? Смешные. Сын из армии вернулся. Егор, за тебя! Ура! Стёх, у меня подарок для тебя есть. Да. Нравится? Красиво. Ну так. Какой подарок? Какая красота. Верно, Паш? Наверное. Ожерелье. Какое ожерелье? Это муж. Да. Дед мой. Борь, тебе не стыдно? Наташка по тебе там в Москве сохнет. А ты к местной девице-красавице подкатить решил? Знаешь что, брат? Что? Минуточку внимания. Гришка, дай хлеба. Да, тетя Коля? Раз все в сборе. Угу. Борис, стой. Компотик холодненький. Готовьте подарки. Это к чему? Дорогие сычане. Скоро свадьбу гуляем. Наша, что ли, с тобой, Поль? Опять? Да молчи ты. Егора и Стеши. О, сюрприз! Перестаньте. Перестаньте хлопать. Мы еще ничего не решили. Я уже давно все решил, Стёх. Будешь у меня как у Христа за пазухой. Чё ты сидишь, музыку иди ставь. Уже играет командир. Правильно. Молодежь, танцуем. Давайте танцуем. А девица другому отдана. И будет век ему верна. Ну чего, Стеш? Вижу, не весело тебе. Нет, я ничего не понимаю. А я понимаю, Стеш. Я же вижу, как ты на Борю смотришь. Стеша. О, пойду Пашку поищу. Угу. Пойди, пойди. Стеш, ну ты бы с этими братьями поосторожнее. Егор ревнует. Ты же его знаешь. Ну чего зря злить? Он же выпил, дурной совсем. Ну, жена почти. Понимать должна. Ну чего ты стоишь? Давай, варей. Да! Чего молчишь-то? Смотрят, как на второй сон. А я давно предлагаю брату удалиться по-английски. А он все типажи разглядывает. Ты чего молчишь-то, а? Тебе тут типажи, а? Почему? Ну, свадьбы еще не было, драться еще рано. Давай. Танцуем, танцуем, ребят. Значит, вместо того, чтобы спасибо сказать, что такую в семью берем, вы еще и носом воротить, да? Какую такую? А такую. Про нее до сих пор за глаза говорят, что она дочка вора. Так следствие предполагало? Это не следствие было, а цирк, и ты это знаешь. Да ладно. Сын твой сам эту кражу подстроил. Заткнись, пьянь. Да Толян просто не поделил ворованное с корешами. Вот они его и пырнули. Сам вор. И жену сгубил. Деда. Мой сын никогда не был вором. Не надо. И я это докажу. Долго что-то доказываешь. Постараюсь быстрее. Вы ведь меня вором считали. Помнишь, Федька, помнишь? А потом все стало на свои места. И здесь, как докажу, встанет. Пойдем.
Вот я тебе... А ладно тебе! Помочь? Я сама. А это правда, что... Ну, там, что говорили о родителях. Не все. 10 лет назад украли нашу икону. Мои родители погибли. Меня потом в интернат отдали, деду из-за возраста не оставили. Ну, а люди до сих пор судачат, что это мой отец виноват. Вот и все. Можно доказать, что он не виноват. Через много лет. У меня есть мечта прекратить все эти сплетни об отце, закончить это все. Может, я тебе помогу? С расследованием. Спасибо. Я попробую. Ну, мне пора. Ну да. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока. Пока. Или кого другого? Егор, ты пьян, уходи. Чё-то как не родная ты, тихо, а? Егор, не трогай меня. Я сейчас деда позову. Ну, я сама. Что ты делаешь? Егор, убери руки! Убери руки! Невеста не жена. Уходи. Знаешь, был с женой. Скоро. Ясно? Здравствуй, Лен. Здравствуй, Егор. Секундочку, подожди, у меня очередь. Да некогда мне ждать. Мы со Стежкой женимся. Короче, ставьте нас на пятницу, часов на 10. Подожди, невеста должна быть здесь. С документами, заявлением, все как у людей. Невеста будет сразу на роспись, чего непонятного-то. Спасибо, сынок. Спасибо, Глеб. Да не за что. Подожди! Это дед собирает свое расследование.
молодежь! А как мы сегодня работать будем? Будем. Виктор Андреевич уехал, сказал, что полностью нам доверяет самим. Куда уехал? Зачем? В Москву. На пару дней. Там, по делам. А ты не изыгрался с девицей красой, а? А если она мне нравится? А у нее жених бешеный. Ладно, разберемся. Опять все порвал. Да ладно тебе, батя, сейчас сделаю. Да че ладно ты, че ладно? А тебя дождешься. Все равно сам все буду делать. Слушай, подсохло уже. Вован, привет. Привет. Здорово. Привет. Егор, Стешка уехала с москвичом этим. Паша тоже с ними уехал. Куда уехали? В архив. Хотят все расследовать. Помоги, я должен разузнать, я ей обещал. Короче, Борис этот приставал к Паше. А ты была в Москве? Совсем маленькой. Хочешь, осенью приезжай. Город тебе покажу. А я, может, и раньше приеду? Да. В институт буду поступать. Понятно. А как же жених? Подождет, наверное. Так, Борь, допуск на тебя дали, идем. Так. Стеш, ты пока тут подожди, хорошо? Хорошо. В общем, дело я пролистал. Мутная история. Не зря все это закрыли. Там одна зацепка про нож, которым их убили. Понятно. Борь, слушай, тебе вообще интересно или ты так, очки перед Стешкой зарабатываешь? Интересно. Пошли. Егор, привет. Ты здесь? А я… А мы в архив приехали. Кто мы? И почему не я тебя сюда привез? Ну, раз ты в городе, пошли заявление писать, у нас с тобой завтра свадьба. Пойдем в машину. Свадьба, подожди, я не хочу никакой свадьбы. Егор, я учиться дальше буду. Послушай, я тебя ждала, потому что тебе это важно было. Но ничего другого у нас с тобой не было. Я по-дружески. Не было, потому что берег. Для себя. Ты меня чего, за идет держишь? В Москву собралась, не будет этого. Садись в машину. Егор, что ты делаешь? Мне больно! Отпусти меня, Егор! Что ты делаешь? Отпусти! Здрасте, тетя Поль. Стеша, здравствуй. Проходи, милая. А Егор за продуктами поехал. Вы молодцы, вы все так быстро решили. Ну а что? Любите друг друга, значит, и женитесь. А чего тянуть-то? Простите меня, тетя Поля. Но только это не я. Это Егор все решил. А я не люблю его. Я вот только что это поняла. Тетя Поля. Тетя Поля. Помогите, что делать? Вы же с детства друг друга знаете. А Егору никто, кроме тебя, не нужен. Стерпится, слюбится. Ты плачь. Плачь. На свадьбах все невесты плачут. Я вон, знаешь, как плакала? Мать говорит, Полька, всю избу затопишь. Егор тебя любит. Очень-очень любит.
Поэтому и грубый такой. Здесь, значит. Вам кого? Мне бы нужно повидать Платона Лаврина или Эдуарда Платоновича Лаврина. Здесь таких нет. Ну, уходите. Мне этот адрес дали в Союзе художников. Откройте на минутку, мне надо кое-что выяснить. Они здесь больше не живут. Ну, я прошу... Уходите! Я вызову милицию, слышите? Да слышу я, слышу. Не живут. Извините. Чернов Виктор Андреевич. Дед не звонил? При мне нет. Я волнуюсь за него. Я очень хочу, чтобы ты поехала со мной. Зачем? Ну, тебе надо учиться и... И что? Я тебя. Борис, смотри, какие у нас гости. Та-дам! Ну, здравствуй, Боря. Сессию наши красавицы уже сдали, так что могут остаться у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуй. Ну, мог хотя бы позвонить раз за месяц. А если бы Глеб Светке не позвонил? Привет, Борь. Здравствуй, Света. Ну, ты не рад, что ли? Рад. Вы извините. Я сейчас. Сейчас. Борис. Борис! Угу. Искал Лаврина. Напали в доме. А чего же мне люди звонят, жалуются, что бомжуешь, по квартирам ходишь? Кто слегавил, тот и сдал в солдаты. Походу и лопанули по полной. Документы, деньги. Лопанули. Слегавил. Сколько сидел? Не поверишь, начальник. Четверик. 25. И за что? Я в художественном учился. Приехал домой на каникулы, а тут церковь нашу взорвать приговорили. Ну и решил я самую ценную икону нашу, Стефаниду Дамасскую, спасти. В общем, спрятал я ее. Ну, а меня подбило рученьки. А когда мы церковь всем миром восстановили, я икону из тайника достал и на место вернул. А ты бы видел, как народ радовался. Да только недолго. Украли ее у нас. Вот ищу. На вот, дед, хлебни чайку, сейчас льда принесу. К шее приложишь. Вот, спасибо. Спасибо. Лед.
Это хорошо. Значит так, Борь, не успела приехать Полина, Наташенька, обратно? Значит, это все между нами? Да между нами давно все, Наташ. Мы с тобой месяц назад расстались. Борь, ну, давай все изменим. Я буду такой, как ты хочешь. Наташ, твой автобус уезжает. Прости. Боря, так нельзя! Борь, я приехала, чтобы мы были вместе! Стежка, кто счастливая невеста? М? Понятно. Слушай, подруга, тебе нужно все бросить и уехать в Москву. Стеж, Москва – огромный город. Никто тебя там не найдет. Даже Егор. Ну, попроси своего Бориса, пусть тебя увезет. Нин, к Борису невеста приехала. Красиво. Ну ничего, ничего, мне можно. Стеж, ты насчет деда не переживай. Вернется. Да, роспись отменять не будем. Ну, все-таки там гости и все такое, да? Подарки. А с венчанием подождем, пока дед не вернется. Я же понимаю, как для тебя это важно. Ну все, я тогда пойду, да, чтоб все по правилам. До завтра. Так, в общем, дед, пробил я тот адрес, Лаврин там больше не живет, другие люди там, съехал он. Это его старый адрес, я еще там понял, но ведь у него же галерея, через нее можно его найти. Да ты на ногу свою посмотри. Не могу. Чего? Шея не ворочается. А ты искать, искать. Сиди, жди, пока тебя заберут. Ну что вы тут, девочки, все хорошо? Да, хорошо. О, уже склеились. В чем дело? Боля. А ты мне не начинай. Не начинай. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, проходите. Кольца. Да, сюда. Так. Это так. А ну покажись мне. А ну покажись. На. Ой, господи, какой же ты у меня красивый. Да ладно тебе. Виктор Андреевич в отделении. Его грабили, он без документов. Надо забирать. Попал к ним еще вчера. Сообщили сегодня. Постой. Ты точно не хочешь предупредить Егора? Егор! Вот так. Че ты? Стежка уехала. Держится. Поехали! Давай быстрее!
Сейчас не подойдешь, убью, тварь! Нет! Понял? Нет, Егор! Егор! Я выйду за тебя! Выйду! Поехали! Глебушка, может, поедем домой? Тебе отдохнуть надо. Стой! Глеб! Вылезай из машины! Глеб! Я сказал, вылезай из машины! Куда ты лезешь, Борька? Уйди, Глеб. Ты что, не понимаешь, что это за люди, а? Уйди, Глеб. Нет, ты не поедешь никуда, я сказал! Глеб! Уйди сюда! Вылезай из машины! Ладно, только я с тобой. Ой, едут! Едут! Ой, ой! Ой, все, слава богу! Дядя, о, наконец-то! Ну, все хорошо? Да. Ну что? Где ты был, сынок? Дядя, здесь стой. Да здесь я, здесь. Ну что там, Нина? Паш, лучше не спрашивай. С ума сойти, какие красивые. Сейчас, подожди, стой. Да нормально. Не-не-не, вот, вот сейчас, вот, вот, все. Ну, ну, молодцы. Ну, с Богом. Только пусть меня не спрашивает, согласна ли, люблю. Идем. Не надо. Не делай это.